Прогуливаясь по лесополосе, жители Якутии пока еще не привыкли обращать внимание на такую опасность, как клещи. Однако за этот летний период было проведено уже около 400 исследований. Давайте разберемся, что это за опасность и как с ней бороться, к чему она может привести. Клещи являются переносчиками многих опасных инфекционных заболеваний. Но наша лаборатория, в частности, проводит исследования на обнаружение возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся эксодовыми клещами, таких как клещевой энцефалит, эксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека. Чаще всего клещи к нам поступают из южных районов республики, таких как Ленский, Алюгминский, Алданский, Нерингринский. Но есть единичные клещи из Вилюйской группы районов и из Заречной группы районов. Из Якутска бывают в основном дачные поселки города Якутска. Не дай бог, конечно, если обнаружится инфекция в этом клеще, да, было ли так, что из Якутска был там, например, энцефалит? Нет, таких случаев еще не было. Энцефалит у нас встречается достаточно редко. В этом году 2 случая. Это в Мирнинском районе и 1 привозной клещ в Мигино-Кангаласском районе. Есть ли разница между клещами? То есть у нас один вид или их несколько? Перед тем, как проводить исследование, наш энтомолог определяет видовую принадлежность каждой пробы клеща. Клещи бывают разные. В основном у нас обитают таежный клещ, но могут быть и привозные, разного вида клещи. В прошлом году, за 2022 год, у нас было 450 проб клещей. И в среднем неделю лаборатория делает примерно 60 проб. Сезон начинается обычно у нас с конца мая и может длиться даже до октября месяца. Угу. Все зависит от погодных условий. Угу. Вот вы в лаборатории работаете более 20 лет. И скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, когда началось повышение количества и укусов, и вообще исследований? Мы клещей делаем с 2009 года, и примерно из года в год уже идет постепенное увеличение. Наверное, это все-таки связано с потеплением, с глобальным. После того, как энтомолог определяет видовую принадлежность, каждая проба клеща растирается и делается из него суспензия. Угу. То есть примерно это реальные образцы. Угу. После того, как мы все это сделали, и отправляется уже на непосредственное исследование. Исследование у нас проводится двумя методами. Это иммуноферментный анализ и постановка полимеразной цепной реакции. Вообще желательно их присылать, в таких банках специальных, чистых банках. Клеща обычно помещают на кусок ватки, смоченной водой, желательно хранить в холодильнике. Если нет возможности быстрой доставки в лабораторию или филиал в БУС, то лучше, конечно, заморозить в морозилке. Желательно, тем быстрее, тем лучше. Угу. У нас же, получается, в республике вы являетесь единственной лабораторией, которая проводит эти исследования. Получается, что да. Если в районах обычно укусили человека, то человек обращается в лечебно-профилактическое учреждение. Угу. Если клещ сам самостоятельно был удален, то лучше его привести в филиал Центра гигиены и эпидемиологии в районе, а те сами организуют доставку до нашей лаборатории. Вот несколько самых элементарных правил. Не выезжать в шортах, стараться, чтобы открытых частей тела было меньше. В принципе, опознать клеща также, наверное, просто, потому что он не похож на комара или того же элементарного муравья. Да? Что-то вас укусило, замечаем, быстро это фиксируем и едем в ближайшее медицинское учреждение. Нужно обязательно соблюдать неспецифическую профилактику. То есть при выходе в лес они должны правильно одеться. При выходе в лес у вас должна быть рубашка с длинным рукавом, длинные брюки, которые желательно заправить в носки, и обязательно должен быть головной убор. Если вы отдыхаете в лесу, лучше отдыхать подальше от высокой травы, кустарников. Необходимо обязательно проводить взаимо- и самоосмотры, чтобы обнаружить клеща на своей одежде. Обязательно еще пользоваться репеллентами, которых сейчас, в принципе, очень много, и которые имеют антиклещевые свойства. Прививаться не обязательно. Прививаться не обязательно, если район не эндемичный. Эндемичные районы – это районы, в которых регистрируются зараженные клещи.
после проведения лабораторных исследований. Население этих районов подлежит обязательно вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита. Кто выезжает в эти районы для работы, они тоже должны быть привиты от клещевого энцефалита. Кто работает непосредственно с вирусами клещевого энцефалита, должны быть тоже привиты. Профессиональные группы риска обязательно прививаются. С каждым годом ореол обитания у нас клещей распространяется, зараженность повышается. Наиболее заражены это южные районы. Ленский, Нерюнгринский, Алданский, Алёкминский. При укусе вы должны сразу обратиться за медицинской помощью. Если у вас нет возможности обратиться в медицинское учреждение, можете постараться снять клеща сами, но при этом клещ должен остаться живым. Вот. Вы обязательно должны его отправить на вирусологическое исследование. Куда его приводить? В Центр гигиены и эпидемиологии. Это только в Якутске или... Это только в Якутске. А как в районах? В районах обращайтесь в медицинское учреждение, они снимают клеща, и они сами посылают нам сюда, в Якутск. Клеща нельзя смазывать маслом, каким-то там бензином, каким-то спиртом. Надо его аккуратно, держа за тельце, выкрутить. При этом желательно, конечно, не раздавить его. По часовой крутить? Без разницы. Выкрутить за держите и выкручиваете его, постараться. Но лучше обратиться за медицинской помощью, там вам все-таки профессионально его снимут. После укуса клеща вам необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Чем меньше время присасывания, тем меньше вероятность, что вы заболеете, если клещ окажется вирусоносителем. А если вот, например, все-таки, не дай бог, конечно, если энцефалит, какие шансы, скажем, без последствий, что обойдется? Ну, это больше вопрос к лечебной сети. Врач, он проводит иммуноглобулинную профилактику. Это замена крови, это что? Нет, это иммуноглобулин, который содержит противоклещевые антитела. Вы сказали, что в траве, да, но они бывают, например, рядом с водой? Ну, на купалке просто, если сказать. Вероятность найти клеща на открытых поверхностях, на пляже, очень мала. Угу. Они обычно вот в лесополосе. На кустарниках, на высокой траве обитают. Стоит ли опасаться клещей жителям города Якутска, например, в парке? Потому что мы несколько лет писали о том, что детей покусали в парке. Что там у нас? Ежегодно в местах массового отдыха в городе Якутске проводятся акарицидные обработки, которые, соответственно, уничтожают этих клещей. И вероятность заразиться в парке, поймать клеща, конечно, меньше, чем в лесополосе.